болельщики обрывают телефоны, интересуются, бил поворотом ты там или делал передачу в том эпизоде? Нет, я уже сказал, я делал передачу на Татовицкого, но хорошо, что вышло так, что забил гол. Дебютный за Шахтер. Какие впечатления? Это же первый гол. Он запомнится наверняка на всю жизнь. Ну, конечно, впечатления положительные. Я очень счастлив и очень рад, что забил дебют мяч за футбольный клуб Шахтер. В целом об игре. Многие не ожидали, что так будет сложно Шахтеру сегодня, но вот так получилось. Почему, на твой взгляд, так тяжело далась победа сегодня? Ну, они хорошо оборонялись, но очень компактно. Мы старались атаковать, где-то не получалось, где-то не бежали в те зоны, на которые нам нужно было. Но, слава богу, мы второй тайм провели, я считаю, очень хорошо и забили эти три мяча. Играла команда сегодня, в принципе, экспериментальным составом. Насколько чувствовалась нехватка взаимопонимания между партнерами? Я считаю, что все хорошо себя чувствовали, как бы по позициям. У нас нету такого. У нас одна команда, и нам приходится играть и варьировать составы. Поэтому тренерский штаб решает. Наша задача выходить и выполнять все на поле. Пропустили гол в начале второго тайма. Была уверенность, что еще в основное время додавите соперника? Да, ну, конечно, пропустили, я думаю, там как-то случайно, и думаю, в том моменте пенальти не было, как бы судья такой поставил спорный, но молодцы, что забили три гола и выиграли заслуженно. Спасибо, удачи в субботнем матче с «Динамо».